Зовут Христинка. Народжена на 20. Так, одним словом. Чтобы кто-то вызвал такси. Закрыли окна для того, чтобы если будут бомбы лететь, чтобы да, чтобы не было прямого попадания. Так, мы дальше идем в другое отделение смотреть. Мы выйдем сейчас. Уливайтесь, давай уливаться. Можно общаться просто? Наоборот, так немножко трудно. Фотографируем? Да. Да. Тоже повторите, как зовут мальчик? Саша. Саша. Ой, Саша, Саша, какой ты красавчик. Руслан, живись на дядю. Как тебя зовут? Финиш, please. Игорь. Девочки, у вас. У нас наибольшая больница в Украине для детей. Ну и сейчас, к сожалению, с войной мы вынуждены уменьшить количество пациентов, которые здесь находятся. Обычно это 600 и больше, сейчас около 200. И находятся те пациенты, которые не могут выжить без медицинского сервиса. То есть те, которые нуждаются, да, в медикаментах, в медицинском оборудовании, в медицинских работниках. Ну и плюс мы принимаем ургентных пациентов, те, которые нуждаются в неотложной помощи. Но количество этих пациентов резко уменьшилось в связи с военными действиями. Ну и вы видите сами, какая ситуация сейчас в стране и в Киеве.